Урок 7. Сэмплер. Virtual DJ 6 Pro обладает собственным встроенным сэмплером, позволяющим добавлять различные звуки в записываемый микс. В программе существует 12 независимых дорожек, в каждой из которых может проигрываться по одному сэмплу. Virtual DJ работает с двумя типами сэмплов – линейными (one shot) и циркулярными (loop). Линейные сэмплы имеют начало и конец и не имеют собственного ритма. Как правило, это звуковые и другие эффекты, такие как шум сирены, аплодисменты и так далее. Циркулярные сэмплы имеют собственный ритм и могут повторяться. Можно воспользоваться уже имеющимися в программе сэмплами или сделать их самостоятельно, записав определенный звук или отрезок композиции. Для этого нужно воспроизвести какой-либо звук на одном из проигрывателей, нажав при этом кнопку REC, расположенную в основании каждой дорожки сэмплов. После окончания звучания записываемого сэмпла следует вновь нажать кнопку REC, остановив тем самым дальнейшую запись. Нажав кнопку Play, расположенную в верхней части дорожки, можно воспроизвести данный сэмпл. Существует возможность автоматизировать повторение сэмпла, нажав кнопку с закругленной стрелкой «Sampler Loop». При этом звук будет повторяться все время, пока активны кнопки Play и «Sampler Loop». Стрелки, находящиеся ниже кнопки «Sampler Loop», регулируют длину сэмпла, а вертикальный параметр «Volume» — его громкость. Сохранить текущий сэмпл или открыть новый можно, выбрав пункты «Save» или «Load» в меню «Sample Options», которое открывается при нажатии по маленькому кружку.